Команды, с командой направо, налево, что не... Они без команды никак. Пошли. Пошли. Верный, верный страж. Аулин. Не сдаваться, вперед, вперед, вперед. Володя, ты как сейчас в своем репертуаре? Девочки, мальчики, Боря, Люня, два слова скажи. Ушел с нашего хора, чтобы в Питере выступать. Он выступает в Питере, но как поет? Спой нам одну фразу. Одну фразу спой, как добыть. Вот так ты нам сюда на день рождения поешь. Как ты меня поздравлял, вспомни. Небо. Тишина, товарищи. Вступление. Сядь. Да, потому что, я знаю, ты возле Миши сидел в прошлый раз, теперь возле Миши сижу я. Я буду пить. Так, товарищи, сиди возле Людочки. Она не пьет, она хорошая женщина. Девочки, все. Тишина. Секундочку. Значит, наполнить надо по 20 капель, то, что пьет. Давайте наполним. Встречу сегодняшнюю. Я хочу начать с тех слов, что не так мы всегда закрывали сезон. Не так. Это было 28-го или 29-го. Не здесь, но в другом месте. Но всегда, как говорится, у нас была цель отметить день рождения нашему главному человеку, создателю нашего хора, и потом уже повеселиться и попраздновать закрытие сезона. Я считаю, что для того, чтобы, как сказать, наше дальнейшее событие протекало так, как и всегда, сначала нам надо вспомнить нашего Николая Васильевича. Да. И давайте помянем его. Вот чисто одно слово. Хорошему человеку. Можно мне про него сказать? Можно. Леночка сейчас скажет два слова. Спасибо, моя куколка. Спасибо. Да, спасибо. Все. Леночка, прочитай. Я просто собираюсь сегодня на наше вот торжество на это. Не могла не вспомнить Николая Васильевича, потому что он наш идейный вдохновитель, он наш организатор, учитель. И он, несмотря на то, что его нет сейчас с нами, он остался в нашей памяти, и мы все его помним. А для меня так он сделал очень много. То есть... Вот второй сборник выпущенный, это как бы в память о нем, потому что он помог мне найти вот этот вектор, что ли. И вот несколько слов я сегодня написала о нем. Он был наставником и другом, учил без фальши жить, творить.
стих должен литься без натуга, чтоб людям красоту дарить, и мысли чище становились, а сердце билось от любви, и чтобы родиной гордились. Сумеешь так? Пиши, твори, трудись, забыв про свою леность, и слог оттачивая вновь, открой душе святую ценность, и пусть живет в стихах любовь. Да, молодец. Недолго, да? Нет. Недолго. Недолго. Да. Пожалуйста. Настал судьбой момент, конечно, пока сник звезд на небосвод. Неотвратимостью зловещей смерть оборвала жизнь полной. Как жить? Сейчас еще работает. И ярким факелом пылал. И сгубится. Вот его завод. Нет, это кондиционер. Писай. Кондиционер. И он создал. Не звучит. Слов произведения, стихами украшая жизнь, и сам завлек и вдохновенно, и песни, как река, леветь. Был настоящим патриотом, любил Россию всей душой, великой родиной красоты, воспел он светлостью большой. Играя кнопками баяна, умело извлекая трель, в труде самозабвенно, рьяно жил. Обидно, жалко, что так скоро настал миг навсегда уснуть. Скорби, печалимся всем хором, последний провожая путь. Прощай, наш Николай Васильевич. Ты светлым человеком был, служа искусству, жил счастливым. И жизнь свою не зря прожил. Стихи хочу сказать стихи Елены Гвоздевой. Из сборника «Судьбы невидимая нить». Вот талант. Написано 4-го. Померли. 4-го. Да. День смерти 4-го апреля. Давайте померим этого человека. Это значит, нам нужно обязательно на все мероприятия, на какие больше приходит его Татьяна. Потому что нужно быть искренними до конца. Но она не могла. Я говорю вообще. У нее проблемы, поэтому... А тихо! Когда все границы сняты для общения людей, и мне сегодня прислала подруга творение, не свое, а Бориса Пастернака. Давайте сейчас все уберем. Мне хочется с вами поделиться, потому что... Так надо... Скатерно разнять, да? Я хочу вам его прочитать, если вы не против. Борис Пастернак. Нас всех друг другу посылает Бог, на горе и на радость неизвестно. Пока не проживем цикличный срок, пока мы не ответим свой урок, не сдадим экзамен жизни честно. Мы все друг другу до смерти нужны, хоть не всегда полезность очевидна. Не так уж наши должности важны, и не всегда друг с другом мы не живы. Бывает и досадно, и обидно. Как знать, зачем с друг другом мы живем, что вместе держит нас, соединяет. По жизни мы идем, день за днем, себя друг в друге лучше узнаем и шляпу перед зеркалом снимаем. Нас манит дальний пройденный дорог, а друг в дороге радость и подмога. И не сочтем высокопарный услуг нас всех друг другу посылает Бог. И слава Богу, нас у Бога. Я предлагаю на пол показывать за нас. За то, что мы послали. И 100 зеленых у нее одолжила, сразу в лифчик их себе положила. Обещала, что верну непременно, но во мне произошла перемена. Одолжила, за ночь деньги все пропила. Я напилась, не забыла, что 100 баксов одолжила. Деньги я взяла взаймы на неделю,
корешами за ночь их прогудели. Раньше, помню, я долги возвращала, потому что раньше так не бухала. Но когда же я верну деньги эти? Подскажите на вопрос, кто ответит? Одолжила, одолжила, за ночь деньги все пропила. Я напилась и забыла, что сбывался, одолжила. Одолжила, одолжила, за ночь деньги все пропила. Я напилась и забыла. У нее еще все впереди. Я на свои пью. Правильно, на свои тёпи. Поэтому заставляешь водить. Давайте по 20 капель, товарищи, по 20 капель. Даже я не готов был к этому.
красавцы. Ребята, ну вроде вас, красавицы. Мечта. Так, прекратите. Комплименты не вам. Комплименты себе, они говорят, что у них такого нету. А начинается у нас сказка. А называется она, вы, наверное, догадались, «Три сестрицы». Блин, сестрицы. Да. Так, значит, Посидите. Боря, ты что, наверное, лошадку целовал? Извиняюсь. Я кого потерял. Ни за что. Я все понял, но думаю, что они там нас готовят или выдержку делают. Тихо, тишина. Опа. Спектакль наш начинается так. Три девицы под окном пели песни вечерком. Мечтали женихов найти, как бы замуж выйти. Сидели, песни пели, в зеркальце себя разглядывали. Свои наряды. Вдруг одна из них предложила спросить у зеркальца, кто из них краше и всех милее? Свет мой зеркальца. Папа. Дай милее всех на свете. И добрее. И прекраснее, и вообще. И вообще. А ей зеркальце в ответ. Да все правду, да? И тут обиделась Марфушенька, села на лавку. Но тут вторая сестрица, Настенька, подошла, забрала зеркальце у старшей сестры и быстро молвила. Ясно, свете всех милее, всех прекраснее. А ей зеркальце в ответ. Зеркальце бить не стало. Ну а третья Аленушка взяла зеркальце у второй сестрицы, и оно ей вдруг запело. Миша, ты меня закрыл? Мне не надо так.
Петрович хотел жениться. Петрович. Цифры-то запоминай. Девочки, бывают. Оглядел всех невест, а девушки застеснялись, но совсем не растерялись. И захотели они себя царю показать, так сказать, товар лицом. Первая вышла к царю себе показывать Марфушенька. Скромненькая. Скромненькая, па. Ну что ж ты там сидишь-то? Бобзик, посмотри, Бобзик, на базарочку. Вторая сестрица Настенька подошла к Марфушеньке, оттолкнула ее и сказала: «Я буду приплясывать, не сучички типа». Да. И вторая сестрица хотела показать, как она будет себя показывать царю. Посмотреть Алёнушку. Но Алёнушка не лыком шита. Набрала воздуха полную грудь и молвила: сексуальности, еле-еле воздержался, но одумался и решил всех трех сестер одарить подарками. А зеркальце ему сказало: «Ты о своем здоровье и о казне подумай, царь! Сексуальный ты наш!» Нельзя смеяться. Ой. Девочки попросили подарки, и они решили озвучить их эти подарки. Первая Марфушенька попросила подарок. Песенку.
девчонки хороши, но... Но! Был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах, столько бед и забот, ваш спасибо, Аллах, неплохо очень иметь стрижены, но очень плохо с другой стороны. Но зеркальце напомнило царю, что надо выбрать одну. И царь сказал, да, но ведь надо подумать. Задумался, задумался царь и объявил, что выбирает третью сестрицу, Алёнушку. Старшие три, две сестрицы обиделись на царя и спели ему песню. Спасибо за вот этот...
концерт не только этим троим и царю, а еще и звукооператору, который сидел, выбирал эти все песни. И материал собирал. И